Это новости ОТС. Мы продолжаем. В Новосибирской области должен появиться единый транспортный ситуационный центр. Такое решение приняли сегодня на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в правительстве региона. Поддержали идею и в Заксобрании. Предполагается, что это и все светофорное хозяйство, да, там переезды, единый диспетчерский пункт по единым стандартам, потому что у нас сегодня там что-то есть в городе Новосибирске, как в большом центре, часть полномочий, у нас есть там прекрасная организация там ГБУ или ГКУ, там СОДД, да, но которую надо сегодня накручивать, их надо воедино, в единый пол соединять и иметь такой единый ситуационный центр. Благодаря подобным единым центрам во многих странах в разы снизили не только смертность на дорогах, но и в принципе количество ДТП. Именно такие задачи поставил президент России на ближайшие 5 лет.